Всем добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз пришла из Китая подставка для ноутбука, чтобы использовать его не только как в обычном виде раскрытом, так и в качестве системного блока, что предусматривает конструкцией и функционалом данного ноутбука. Для того, чтобы использовать, например, для развлечений, сделать из нее консольку. Как это будет сделано, чуть позже в другом видео. Ну а сейчас посмотрим, что из себя представляет подставочка, какого она вида, бывает разнообразные, но я вот взял именно такой вариант, который сейчас мы и пронаблюдаем. Итак, все пришло при помощи пятерочки, 5 пост, дошла достаточно быстро из Китая, где-то около 2 недель, даже может меньше. Пришло это все в сером пакетике, ну а внутри вот находилась вот такая посылка. Китаец даже... Возвращайте часть денег за покупки в AliExpress с кэшбэк-сервисом Letyshops. Это реальные деньги, которые можно вывести на банковскую карту или пополнить баланс телефона. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании. Оставил свою подпись. Если это подпись, что из себя представляет упаковка? Продемонстрировано здесь. Давайте смотреть, что находится внутри. Так, ну, во-первых, внутри находится ключик, шестигранник обыкновенный, потому что можно подставочку регулировать под свою толщину ноутбука. Чаще всего это используют для Mac. Так, убираем лишнее. Ну, а я взял для вот этого ноутбука, хотя не только его можно применять. То есть вот здесь вот есть винты, благодаря которым они расширяются. Имеется в виду 2 подставки зажима. Дальше есть непосредственно, которые ставятся на поверхность, то есть плоская здесь вот, и при помощи винтов расширяется. Но я взял именно такую и для того, чтобы спрятать кабели. Но в частности, когда мы рассматривали ноутбук, у нас есть HDMI, он находится снизу. Давайте сейчас, кстати, и примерим данный ноутбук, как он разместится здесь. Но он достаточно успешно он разместился, без проблем. Снизу, чтобы у нас осуществлялось воздухообмен, и торчащий разъем HDMI помещался. Вот такой вот момент. Причем можно ставить не только так, как я сейчас продемонстрировал, для удобства. Но можно выполнить вариант. Вот здесь вот есть разъем под сетевой кабель. И точно так же он ставится. Никаких проблем не испытываем для того, чтобы применять. Все держится достаточно уверенно, без проблем. И вы в результате имеете либо небольшой системничек, либо консольку как вариант для развлечений. Так, ну чуть позже продемонстрируем, как это все будет взаимодействовать. Сейчас только демонстрируем данную подставку. Ну, как видим, да, кстати, цвет может быть разнообразный под вкус и цвет. Бывает серебристый, темно-серебристый и вот черный вариант для применения с различными ноутбуками. Не только для маководов это все делается. Все здесь прорезинено, поверхности прорезинены, которые соприкасаются с ноутбуком. Здесь внутри прорезинено, так что если у вас с руками все нормально, то минимальный ущерб принесете своему ноутбуку при использовании в таком варианте. Итак, я вам продемонстрировал подставку для ноутбука. Каждый решает о необходимости и делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию вам предоставил в полном объеме. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок. До следующего видео и до свидания.